Саня, давай, погнал! Расскажи, пару слов. У меня нет слов, я не могу говорить. Жопа, да? У меня после 200... А что тебя накрыло так? Ты видел, как я бежал в конце? Тип. Ну я его, конечно, догнал, там разрыв. Не, я видел, да, ты догнал нормально. Но я снял, оно плохо. Вначале, да, там далеко было. Хорош, короче, тупо хорош. Пойдем у Валеры, узнаем, как у него дела. Йоу, ты снимаешь? Шо? Что, ты готов? Ну такое, только губы липнут. А что ты бежишь? Зубам 200. Ну это хорошо. Вообще думал, что я не буду в жизни когда за НКБ, потому что учебу закончил. Нет. Ты будешь всю жизнь до 30 лет бегать. До смерти. У вас команда хорошая? Все. Валера, команда хорошая? Ну такой девочки слабенькие. Слабенькие, это у нас? Ну это не слабенькие, у нее это не все дистанции. Они бегают по 800, по полторушке и такие опа, 200 бежит. Я понял. Ну я уже пробежал, короче. Я пробежал 200 метров, очень плохо, чуть не рыгал. Ну, короче, все нормально. Весь Валеру пошел. Дается старт университетом. Девчонки, молодец. Калямба, что ты там? Что, нормально? Сейчас готов? Будем бегать работу. Красава. 400 полный после сборов, короче. Калямба готов. Настюха, твои ощущения на 400? Ну расскажи, только не рыгай на камеру. Как? Ну говори. Лучше тройку побивала. Что ты желаешь людям, которые бегают 400? Удачи. Худые ноги. Худые ноги. Валера! Валера! Лидеры. Заводись! Так быстро бежал, хотел... Сейчас Валерчик. Валерчика пацанчик вывел на первое место. Алина побежала! Алина побежала! Давай, поработай, 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 Алинка! Валера, готов! Хорошо! Хорошо пошло! Валера, сходи! Скажи нам! А? А ты, иди на поле! Сейчас! Я не старался! Тяжело бежать! Слышишь, Вася, а что ты катишь? Ты можешь бежать нормально? Хорошая удача. А теперь говори ощущения. Тяжело, реально. Я не соревновался год, потому что зимой травму получил, не соревновался. Сейчас лето. Молодцы. В прошлом году я тоже летом не бежал из-за травмы. Ну у вас Василевский вытащил. А, я говорю, сегодня бежит Алина. Я так говорю, смотри на Дудника. Да ну никто, понимаешь, хорош. Короче. Дудику привет. Лежит Алина, понял тебе. Хорош, ребят. Потерпите чуть-чуть. Вячеслав Черный приносит победу команде. Ну. Все, Валерчика, команда первая. Валера. Ну помахайте хотя бы. Давайте, девчонки, помахали, все помахали на видео. Вася! Чем может Паша заниматься еще? Ты его задрал драй, ты его каждый день драйвишь. Еще на грязный. Ты еще на вкус попробуй. Мы нашли место. Где постоять. Давай, собирайся, поехали дальше. Да?
Наконец-то я заехал в это место. Сколько раз на велике проезжал мимо, никогда не заезжал. Я влог назову, короче, спорт и природа. Слышишь, Пашок? А что это за херня, что ты мне показываешь? Тот забор, типа, да? Короче, тут такие руины, останки забора. А там прикольно будет сфоткаться, слышишь? Я же не помню, судя по всему, он так перегорожен был. Ну да, да, я тоже помню, что был забор. Смотрите, как прикольно. А давай туда, может, пройдем сильнее? Тебе колеса не жалко? Ну, мы можем тут велики где-то ставить. Мы даже из города еще не выехали. Хотя дебри. Вон тут такое типа. Паша говорит, сейчас труп найдем. Не они. А что? Уже и близко. Чья-то дыра. Ей, обожаю это место, Леоневца. Самое четкое место. Ваши комментарии, Павел. А четко это Чукча на нас нападает. Смотри. Ну так, ваши комментарии. Ну, под пиво. Под пиво. Но мы не пьем. Мы бухаем. Ладно, шучу. Эй, бомжара. Вставай. Вставай. Вставай, бомжара. Я сидел своей душой. Так я гуляю с Дашей, видите? Бомжик отдыхает, ну да. Ну что? Скажи, как ты докатилась до такого образа жизни? Спать на скамейке среди белого дня в парке, тут дети гуляют как бы. Ну потому что ты снимаешь, и я уснула. Ну да, конечно. Я снимаю ровно 5 минут. Каких 5 минут? Ну, ты еще дома ночуешь ты? А у тебя же нет дома. Я забыл. Полтора часа снимаешь? Да, расскажешь. Да, конечно, ага. Скоро будет на канале видосик нормальненький, классненький, вообще суперский. И влог, кстати, как вам, нормально, да? Я так немножечко пользуюсь кое-какой камерой, Nikon. И такие кадры бывают снимаю, классные. Ставьте лайк, если вы не бомж. Канал. Опять снимаем. Ну что, давай, пошли уже куда-нибудь. Да куда? Не знаю. Ну тебе на вокзал идти надо спать, а мне домой. Не, пошли, забирай меня к себе. Ладно, это шутки. Давай. Меня мамка выгонит вместе с тобой. Да нет, тебе не выгодно брать. Тебе же еще кормить надо, зачем так не надо? Я думаю, твоя мама меня возьмет, а не тебя, потому что я меньше ем и я убираю. Ты больше меня жрешь, что ты рассказываешь. Ну, тренер видео посмотрит, потом даст тебе пилюлей. Эй, не надо. С такими криками я бежал. Да ну я смотрю, шоу такой. Не, я вот только что бежал, типа соревнования, короче, начало сезона, все дела. В первом забеге. Решил не кричать, не заводиться, в итоге пробежал там херню 10.9. Потом разорался в финале и пробежал за 10.8. Результат невелик, но бежать было легче намного. А ты за сколько пробежал? 15.1. 15.1? 13.1. А, чё, я уже думал. Это в финале, а если не в финале, 13.2? А если лишним, то 12.9. Кош, что ты пьешь? Сок. Сок? Почему-то похоже на рыбу. Знаешь, как после 400? Некоторые люди. Короче, вот так. В новом стадионе, кстати, бегали. На нем я бежал эстафету. Ну, в этом видео, кстати. Да, тоже так немного непривычно. И ни год не выступал, еще повторяюсь, что такое. Даша что-то хочет сказать, не может. А, стоит на дорожке, такой бам-бам, себя помню, такой шоу. Вот так это сейчас. Я говорю, давай. Там шоу ты сказал, такой шоу. Не, говорю, давай, не говорил шоу. Что-то ты подменяешь понятие. Зацените, в принципе, стадион прикольный тем, что он находится в центре парка. И вот тут такая красота. Но вот этот песок, это ну, песок-то, может быть, сделает. Короче, мне просто нравится расположение, ну, именно стадиона, а само расположение именно остановки, это вообще практически выезд из города. Такое, короче, себе. Не надо ехать так, с другого конца, можно сказать, города. Что там? Что ты ешь? Я что-то мешаю омлет. Омлет? Да. Кто по-бичевски омлет делает? Яйца и колбаса. Что? Выглядит, да, вообще? Запускай. Как аппетитно.
Смотри, смотри, что с яичницей. Иди сюда. Я тебя ловлю, а так никто не жарит. Да ты что? Давай. Давай жрать будем. Я хочу хавать очень сильно. Что, нормально? Главное, чтобы она не подарила. Всем ей. Второй день соревнований. Погода по-прежнему говно. Сами видите. Ну что ж, не знаю даже, что сказать. Посмотрим, как получится пробежать 200. Будем пробовать. В том году было 21.6 вроде бы, или 21.4. Вряд ли улучшу, конечно. Но мы попробуем. Всем привет, с вами МС Саша. И я, короче, сегодня оператор. Прыгнул на соревнованиях только что 6.08. Там где-то Валера сейчас идет, у него что-то с коленом, но я не понимаю, что у него с коленом, если честно. Он какой-то такой заряженный тип. Вчера вальнул по КМСу 100 метров, 10. Валера, сколько у тебя вчера было? 10.8 вальнул тип, вы понимаете прикол? Второе место занял. Махай. Сейчас еще побазаришься на 200. У него, как всегда, очки матрица с собой. Йоу. Вот Валера еще один. А вот я. А вот Валера Матрица. Если бы ты не снимал, никто бы не снимал, я бы не снял лоба. Я его хочу сегодня выложить. В натуре. Все готовятся? Один ты такой. Девочки, помахайте. Молодцы. Оператор Саша. Сколько время снимать? Ну, время, я не знаю. Смотрите со своими приколами. Так оно свое впечатление. Так, ты на 200 готов? Да. Сколько ты готов? 30 бежать? Нет, 25. Красава. А ты не бежишь, я понял. Нормально. Готовы бежать? Конечно. У вас я не буду брать интервью. А у тебя? Ты готова бежать? Да, конечно. Я понял. А ты готов? А, я понял. Ее нельзя вообще снимать. Вот такие олимпийские чемпионы готовятся в Николаеве, ребят. Валера готов бежать 19-18? Колеса выпали. Это мы вырежем. Ой, Валера, у тебя шипа нету. А это вылетело у меня там, это, понял, блядь. Ну вы поняли, он бежал как лошадь, топил, так и у него шип вылетел. Вот так надо поддерживать своих пацанов. Нож. Скажи, как бежалось? Бежалось супер. Зажало последние 200, начал работать, зажало. Надержался, убежал как мог. Умираю. Лысина, аэродинамика. Красава, все, тихо. Ахмед, догоняй! Человек, когда набежал 200 на... На... не знает. Вроде 23. Ну давай впечатление, что наклонился. Такое ощущение, будто 400 метров бежал. Тошнит меня. Ну ты тулил неплохо, я тебя заснял. Все равно, тренировать будет слабо, короче. Надо будет работать, разбегаться. Улыбнись в камеру. И безу. Что ты? Как пробежал?